В наш быстрый век писать не нужно писем. Все можно объяснить по телефону. Мне скажут в письмах, больше нету смысла. Но я доверю свои тайны почтальону. Прошу вас, напишите мне письмо. Пусть спящий мир в мгновение проснется, и почтальон счастливо улыбнется. Весной пахнет в раскрытое окно, и почтальон счастливо улыбнется. Весной пахнет в раскрытое окно. В конверте то, что не сказать словами, и в каждой строчке затаились чувства. Два почтальона носят письма между нами. И если писем нет, на сердце пусто. Прошу вас, напишите мне письмо. Пусть спящий мир в мгновение проснется, и почтальон счастливо улыбнется. Весной пахнет в раскрытое окно, и почтальон счастливо улыбнется. Весной пахнет в раскрытое окно. Письма прилетали с голубями, неся любовь сквозь бурю и ненастье. Их ждали люди днями и ночами, надеясь, что они несут им счастье. Прошу вас, напишите мне письмо. Пусть спящий мир в мгновение проснется, и почтальон счастливо улыбнется. Весной пахнет в раскрытое окно, и почтальон счастливо улыбнется. Весной пахнет в раскрытое окно. Прошу вас, напишите мне письмо. Пусть спящий мир в мгновение проснется, и почтальон счастливо улыбнется. Весной пахнет в раскрытое окно, и почтальон счастливо улыбнется. Весной пахнет в раскрытое окно.